Всем привет! С вами снова я, Владимир Бабич. Золотая пора Кисловодска, лето, первая половина осени. Обычно в это время и стараются приехать в этот город-курорт. А я раз, когда еще наезжал в Кисловодск лишь в отпускную пору, оказался в нем зимой. Ну как оказался? Специально приехал встретить Кисловодский Новый год, 2013-й. И зимний город мне понравился. Тогда навалило много снега, стоял хороший морозец, в общем, настоящая зима. Как обычно, много фотографировал. Некоторыми из этих фотографий я и хочу поделиться. Мне кажется, многие, кто не бывал здесь зимой, откроют для себя новый Кисловодск. Фоторяд выстроил не хронологически, а тематически. В общем, по ходу разберетесь.